Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как обновить софт на Command NTG4.5. Также ее называют Audi 20. Включаем зажигание на нашей машине, вставляем телематик диск, предварительно записан в наш Command, и подключаемся к машине с помощью программы VDiAMA через OpenPort 2. Здесь мы видим наши прошивки, софт, непосредственно подключение само, запускаем наше VDiAMA и подключаемся к нашему Command. Сразу повторю, что софт и телематик диск для каждого NTG индивидуально подбирается. Можно написать нам телеграм-канал, мы поможем вам за определенную плату подобрать телематик диск и обновленный софт. Выбираем наш CBF файл, в данном случае он это U204, это NTG4, как правило, Command. Audi 20, потом у нас уже будет там, теньки бывают NTG4.5, с навигацией, без навигации, смысл один и тот же. Для правильной прошивки нужен обновленный софт. Выбираем скорость подключения, ну и, соответственно, телематик диск нужен именно для вашего команд. Подключаемся. Обязательно сохраняем кодировки. На всякий случай, если что-то, какая-то кодировка слетит, вы всегда сможете ее восстановить с помощью сохраненного файла. Зачем нужно обновление? На многих NTG четвертых есть проблемы с подключением BT-аудио. Происходит заикание звука, отключение произвольное, особенно с яблочной продукцией, айфонами всякими. Частенько бывают и проблемы с переговорами, вырубается магнитола или происходит зависание. Вот обновление помогает как раз побороть эти проблемы. Если у вас нет проблем в аппаратной части, то софтом решается вот таким образом. Рекомендую обновить до последнего программного обеспечения софт и забыть про проблемы со своим Command. Здесь мы производим флеширование, выбираем наш подготовленный софт именно для этого NTG, он специально подбирается, как я уже и говорил, и запускаем флеширование. Здесь мы видим, что у нас пошло флеширование, запись софта. Здесь VDiAMA ничего не будет видно, потому что все основное будет на экране самого команда. Вот здесь мы видим, что у нас стартует обновление программного обеспечения. Еще раз повторю, что для каждого команд идет свой софт, он привязан к номеру железа, и что попало туда, соответственно, заливать нельзя. Так как сейчас проблемы с онлайном, эти версии обновляются уже через онлайн, то мы нашли способ, как обновить это через офлайн с помощью VDiAMA. Также можно это сделать и через DAS, но так как 212 и 204 не поддерживаются в DAS, там только прототипы, слишком много там заморочек, хотя мы и это делаем. Проще сделать это через VDiAMA. И тот же инженерный софт запускаем и обновляемся. Ждем окончания обновления софта. Здесь VDiAMA, я уже как и говорил, ничего не показывает. В конце только покажет, что у нас флеширование завершено. Смотрим на свой мониторчик NTG. И видим бегущую строку, которая говорит нам об обновлении софта. Повторяю, что это на 212, 204 кузове. Ну и их модификации, 207, там 218, 19, везде, где есть NTG4 и NTG4.5 Audi 20. Независимо от того, с навигацией они или без. Навигация совершенно по-другому обновляются, карты, он никакого отношения к софту NTG не имеет. На этом у нас заканчивается обновление софта. Далее я еще одно видео выложу по NTG 4 на 212, другая версия Command, не Audi 20. Там как раз была проблема на этом. На этом у нас завершено обновление. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ждите следующего видео. До новых встреч.